Здравствуйте, дорогие друзья. Шкода Фабия 1.4. Проблема в чем? Машина приехала из ТО другого. Ребята привезли. Сказали, там поменяли там свечи. Где-то месяц назад там катушки смотрели, электрик все смотрел. Но троит, машина троит. Сидишь внутри, болтается вот так постоянно. Это обычно клапана, ребята, клапана. Ну, если свечи меняете, просто компрессию проверьте. Проверьте компрессию, посмотрите, в чем проблема. Там тяжелого ничего нету. Дорогие хозяева, скажите мастерам, пусть проверят, когда меняет всю эту ерунду. Ну, и они тоже не смотрят. Ну, они образно говорю, не все, конечно. Но сейчас снимаем все катушки, свечи. И сейчас посмотрим, в чем проблема. Меняли же свечи, или проверили, или что-то сделали. Будем компрессию проверить, посмотреть. Если компрессии нету, или клапан, или кольца. Ну, скорее всего, 99% клапана. Но это в редкий случай бывает проблема с этой, как называется, с поршнями. Я уже ключ готовил, верхушку снимал. Сейчас достанем, посмотрим. Здесь на звездочке закручено. Это же фольксвагеновский мотор. Здесь все это катушки сейчас достанем. И посмотрим, в чем проблема. Сейчас их достану, покажу. Ребят, катушку, когда достаем, вот переворачиваем снизу. Отверточка маленькая. Вот здесь место такое есть. Вот. Внимательно посмотрите, если вам видно. Вот здесь. Вниз немножко давим. Вот так снимается. Выглядит катушки так. Все четыре снимаем. Свеча в масле, ребята. Свечки в масле. Скорее всего, здесь колодец спускает. Тоже такая же. Никто здесь никакого свечи не менял. Все это ерунда, чушь. Так что, когда к вам машина приезжает, не послушайте. Кто менял, кто сделал. Здесь никто ни хрена не менял, ребята. Свечи. Здесь клапана плохо работает, ребята. Они черные. Топливо не сгорает здесь. Так что проверяем компрессию 6 лет. Шланг возьмем и поехали, закручиваем туда. Начинаем с первого, как всегда. Ну, кто как хочет, ребят. Затягивал и... Сейчас пойду покручу, ребята. Но я сам не вижу, если честно. Первый вы его увидите, скорее всего. Если вам виднее, конечно. Сейчас поближе сделаю. Посмотрим первый цилиндр. Если проблема будет, уже дальше смысла нет. И все равно голову надо снимать. Сейчас идем. Крутит. Газ до пола, ребята. И крутим. Компрессия, ребята, 2. Сейчас компрессия 2, можно сказать 0, ничего. Оп, сейчас другой посмотрим. Сейчас посмотрим на второй.
тоже ложим. Закрутил на и второй. Сейчас идем смотрим и второй. Сейчас посмотрим компрессия, ребята, посмотрите. Компрессия у нас. Да хрена в общем, ребята. Я не знаю, до 16 даже поднимается, блин. Что-то за ерунда понятия не имею. Но здесь столько ни давления не должно быть. Но да хрена, блин. Почему-то. Вот так, так что меняем. Достаем голову. Остальные смысла нету померить. Если давления на первом нету, уже какая разница. Меняем полностью. Снимаем полностью голову. Сейчас я вам покажу все, куда что. Начинаем разбирать все эти шланки. Бланки, блин, полно их. И покажу вам, в чем проблема. Ребята, немножко хотел вам показать. Вот у нас закручены болты. Вот это экранчик зашито. Вот здесь тоже закручено снизу. Не забывайте. Вот откройте. Выпуск отсоединим. Впуск тоже, ребята, закручено все. Здесь звездочки и шестигранники, ребята. Вот мы клапанную крышку отсоединим. Здесь звездочка, вот эта пластмасса снимается, и потом уже идет шестигранники. Потом вот передняя крышка, вот здесь вот такая ерунда. Вот, оп, и все, ребят, вот видите, раз. И здесь есть с той стороны внизу. Снимаем вот эту переднюю крышку. Здесь ременной мотор распредвалы идет вместе с клапанной крышкой. Так что аккуратно снимайте. Вот так, сейчас все покажу вам. Сейчас зашито сниму, антифриз пускаю. Снимаю подушку, ребята, здесь раз, два, три. Вот этот здесь и закручено. Снимаем, да подкорачиваем двигатель. По-любому антифриз надо будет сливать. И дальше уже вам покажу, что вот такие интересно будет, покажу. Ну, вроде это мотор все знает, но проблема 99%, я думаю, это клапан. Вот так, ребят, разбираем потихоньку. Вот, выглядит так, посмотрите. Вот трубки, я не знаю, что это все невозможно показать, ребята. Газ отсоединим здесь. Все, аккумулятор минус обязательно снимайте. И все, чтобы не было никакого замыкания, обязательно этого делайте. Вот все, ребята, это маленький мотор. Здесь нечего делать, но покажу вам. Но достаточно сложный мотор. Ну, посмотрите, так, фиксаторы покажу, где фиксируется, как ремень устанавливается. Все это покажу вам. Вот, дорогие друзья, снимал голову. Вроде поршнями все нормально. Но хонов, как всегда, ноль. Но вроде немножко видно. Не совсем ноль, но задиров есть, конечно. Вот видите, задиров есть, но сюда не будем трогать, конечно. Сейчас пойду голову покажу вам, в чем проблема. Сейчас голову тоже покажу. Вот, ребята. Так, второй цилиндр, четвертый, третий и второй цилиндр. Вот, посмотрите, фонариком. Вот клапан, ребята. Клапан сгоревший. Сейчас, вот видите, выпуск сгоревший. Еще дальше уже, сейчас отправлю на ремонт. Сейчас нет, завтра, дай бог. Отправлю, шлифуют, ремонтуют. Посмотрит всю эту ерунду. Сейчас посвечу. Вот так. И все, провезут, дай бог. Сделаю уже, поменяю. Сколько здесь герметиков. Кто сюда влез? Герметик сюда положили, что ли? Наверное, блин. Какие-то здесь герметики есть, ребята, что-то. В общем, не важно. Сюда герметик нельзя ложить, ребята.
Вот такая проблема. Дай бог, когда установлю, уже покажу вам, как все это правильно делать.